люди, которые пришли просто так, вот их было несколько побольше. Ну, они, видимо, все пришли, посмотрели, смотреть нечего, и на второй день просто решили не приходить. Ё-моё. Там уже, на самом деле, идет драка, я не знаю, почему ее... Я бы все бои посмотрел. Их же не так много. Почему же феминские бои мы... Так, подожди, слушай, там уже идет все серьезно, а мы про... Надеюсь, наш оператор заснимет там самый смак, самую клубничку. Самый смак вы увидите уже, видимо, в другом обзорном виде от... Ниндзяс! Смотрим. Стив все ждет, пока встанет да. Оппонент, такой раз. Поднимайся. Средний, нет, лежит Лили, ждет. Открытая арена. Выбирается только рандомом, где можно попинать овечек в разные стороны. О, видали, только что ногой швырнуло и полетело. Мне, конечно, нравится вот разница в комментировании. Я рассказываю про то, как можно попинать овечек, вот когда Синеман садился, он говорит, грамотный отход, B5, F, там конь ходит на E4 и... Ребят. Ну, что можно сказать, Лили абьюзит свои эти дурацкие удары, за которые ее все ненавидят. И берет ими раунд. 2-1. Вкусные пирожки выносит с Geek Family. Дебаггер и понеслась. Какой изящный у нее дебаггер. Латушка. Из Альбатроса. D2. Поднял. Не стал добивать. Фейкл. Да. И легко достаточно. Первого выносит.